Всем привет, с вами Несливатор, и сегодня у нас на повестке дня такой сайт, как «Большой вопрос». Это опять же один из тех сайтов, где можно что-то сделать и получать всегда пассивный доход. Вообще мой канал нацелен на то, чтобы предоставлять такие сайты, которые несут пассивный доход. То есть, чтобы вы что-то где-то сделали, что-то там, где-то немножко потрудились, и потом вам уже на постоянной основе будет капать пассивный доход, ничего не делая. Так что, в принципе, мой канал именно на это и нацелен, так что подписывайтесь, и у вас будет постоянный пассивный доход. Так что же это за сайт такой «Большой вопрос»? На самом деле все очень просто. Здесь вам нужно задавать вопросы и писать ответы. И за ваши вопросы и за ответы, которые будут просматривать люди, вам будут начисляться деньги на постоянной основе. Это довольно-таки популярный сервис, он работает уже достаточно давно. Выплаты здесь стабильные, это даже не обсуждается. И как бы я советую вам здесь зарегистрироваться и поработать, так как здесь можно сделать себе хороший, устойчивый пассивный доход. Ну, в принципе, здесь ничего сложного нету. Регистрация здесь простая. Вводите свой email, пароль и попадаете вот на такой сайт. Здесь у вас будет такая вкладочка. Здесь вы можете смотреть свой профиль, уведомления, личные сообщения, финансы, избранные настройки. Включаете вкладочку финансы и смотрите свои начисления, которые вам идут за ваши вопросы и ответы. Вот видите. Также можно смотреть прогноз начислений. В общем, здесь разберетесь, ничего сложного нету. Как же здесь задать вопрос? Вот вкладочка «Задать вопрос», открываем ее и пишем свой любой вопрос. Ну, например, какой вопрос мы там зададим, я не знаю. Там, например, сколько лет Алле Пугачевой? Но только ниже будет представлено Пугачевой. Только задавая свой вопрос, смотрите, чтобы здесь ниже вопросы не повторялись. Может, кто-то уже такой вопрос задавал, и его писать не стоит. Дальше подробности. Подробности писать не обязательно, но все-таки там, не знаю, пишите. Вот меня интересует, сколько лет Алле Пугачевой, там тыры-пыры. Ну, не знаю, то есть, что хотите, то пишите. То есть, какое-то дополнение к вашему вопросу. Прописываем теги. Обязательно, чтобы в поиске ваш вопрос хорошо индексировался. То есть, какие теги? Алла. Да? Ставим запятую там, Пугачева и так далее. Выбирайте подходящую категорию, под которую подходит ваш вопрос. Если не подходит ни под что, ставим другое. Также здесь можете назначить бонус, любую желаемую сумму. Эта сумма отдается тому автору, чей ответ вам понравится больше всего. Но можете никому ничего не платить. И нажимаете добавить вопрос. И все, ваш вопрос будут просматривать, на него будут отвечать. И вам за это будут начисляться деньги на постоянной основе. Также вы можете писать ответы. То есть, или допустим, переходим на главную страницу. И здесь у нас 1000 вопросов. Можете ответить на любой вопрос, если знаете ответ. Кто звонит с номера такого-то, 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 ну, например. Если вы знаете ответ, то пишите здесь. С этого номера звонит такой-то, такой-то, можете переложить фотографии и отправляете ответ. И за все ваши ответы, за все ваши вопросы, которые будут просматривать люди, вам будут на постоянной основе начисляться пассивный доход. То есть задали 100 вопросов, написали там 200-300 ответов, постарались немножко, и потом вам уже будут на постоянной основе капать хорошие деньги. То есть интерфейс сайта очень простой, здесь даже ничего объяснять не надо, тут все сами разберете. Ну и кому нравится пассивный заработок, пожалуйста, регистрируйтесь, ссылка будет в описании, и всем пока. Хочу вам посоветовать такой сайт, как Отзовик, где вам за написание отзывов будут начисляться деньги в пассивном режиме. То есть здесь вы пишете отзыв абсолютно на все, что угодно, что взбредет вам в голову. На телефоны, на приставки, на компьютеры, на фильмы, на курортные какие-то городки, хоть на что угодно. Написали отзыв, его опубликовали, и за просмотр вашего отзыва вам будут каждый день в пассивном режиме начисляться деньги. То есть это такой неплохой пассивный заработок. Написали, допустим, 100 отзывов, и у вас ежедневно уже будет идти неплохая прибыль. А если вы еще будете каждый день добавлять отзывы, то денежное начисление можно будет увеличить в разы. И это еще не все. Помимо того, что вам будут начисляться деньги за просмотры, вам еще будет даваться бонус за каждый написанный вами отзыв. То есть написали отзыв, вам за него дают бонус. Я писал отзывы к фильму, мне за каждый отзыв бонусом платили по 2 рубля 40 копеек. Это не считая того, что мне еще каждый день идет прибыль за просмотр моего отзыва. Так что ссылочка будет в описании под видео роликом. Регистрируйтесь и зарабатывайте.